Балдинин, чем занимаешься? Хочу колбаску нарезать. Забалдел, что работы по подвесу и монтажу кабеля не должны проводиться при гололеде, осадках в виде дождя, снега, грозе, скорости ветра более 10 метров, а также при температуре не ниже 10, не ниже температуры монтажа, указанных в классическом скорости. При подвесе и монтаже работы должны быть... Ты что считаешь, Саня? Проект. То есть, если подвесы и подвесы должны соответствовать проектному решению. Водный канал должен быть со стороны помещения, водопровод с помощью гидроизоляции, согласно руководству. Хуй с ним, оптический кабель по зданию это нам нахуй надо. Так вот решили место горения тоже нам надо. Я просто сейчас увидел на Порше подвесить кабельный постоянный знак, подающий. Охрана, экология. Никому не совершил, не только двигаемые все прочие, если постоянно плохо. Ага, основная работа по монтажу волосы. Ну, а это салон. Это тоже сыр. А, это со шпиком. Ну, нормальная ватная колбаска такая. Какая? Ватная. Нервничать, что ли? Потому что жрать охота. Мороз всегда жрать охота. Так, примерно, напор не рассчитывает. Ты, ну, будь человеком, а? Пожалуйста, режь нормально.